Кекс, приготовленный по этому рецепту, получается очень ароматным, так как вместо сахарного песка в тесто добавляется мед. А кусочки ревеня делают выпечку потрясающе сочной, вносят приятную кислинку. Такой кекс станет еще интереснее, если добавить в тесто пряности по вкусу корицу, имбирь, кардамон, мускатный орех. Это сделает вкус выпечки более выразительным и многогранным. Пробуйте! Подготовьте все необходимые продукты. Сливочное масло заранее выньте из холодильника, оно должно быть мягким. Столовые ябли ревеня очистите от оболочки и нарежьте небольшими кусочками. При необходимости замените кукурузный крахмал картофельным. Поместите в глубокую чашу мягкое сливочное масло и мед. Взбейте компоненты до однородности. Введите в получившуюся массу яйца по одному и хорошо перемешайте ложкой или венчиком. После добавления последнего яйца может появиться небольшое расслаивание. Это нормально. С введением муки однородность вернется. Муку просейте с разрыхлителем, а затем введите ее порциями в тесто, постоянно перемешивая. Тесто для кекса должно получиться достаточно густым, чтобы сочность ревеня не помешала изделию равномерно пропечься. Нарезанный ревень смешайте с сахарной пудрой и крахмалом. Соедините медовое тесто и подготовленные кусочки ревеня, перемешайте и выложите массу в подготовленную, желательно силиконовую, форму для выпекания. Выпекайте кекс медовый с ревенем при температуре 170 градусов в течение 50-60 минут, проверяя его готовность деревянной палочкой. Готовый кекс оставьте в выключенной духовке еще на 7-10 минут, а затем дайте хорошо остыть. Приятного чаепития!